Ассаламу алейкум, приветствую всех на моем канале. Перед началом турнира Кубок Эльбруса в городе Нальчик меня посетила такая мысль провести конкурс и разыграть 1000 рублей среди победителей данного турнира. Условием конкурса являлось набрать наибольшее количество баллов в 4 поединках. Почему именно в 4? Так как у большинства спортсменов было только 4 поединка. Сейчас подведу итоги конкурса, но для начала представлю вам топ-3 лучших в каждом возрасте, а затем уже объявлю о победителе данного конкурса. Кадеты. Топ-3 вошли. Первый Гусейна Ахава 108 баллов. Второй Выкова Амир 107 баллов. И третий Дзантиев Георгий 92 балла. А если хотите узнать дальше, то просто подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и просто делитесь моим каналом со всеми. Всем сау! А между делом просто хотелось бы сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Чем больше обратной связи, тем мне более интереснее вести этот контент. Итак, продолжим. В топ-3 среди юниоров вошли первая Кучная Виктория 140 баллов, второй Бага Видар 110 баллов и тройку замкнула Романчика Елизавета 93 балла. Среди взрослых в топ-3 вошли первый Туманов Альберт 88 баллов, Мусаев Евгений 87 баллов и третий Амаров Магомед Расул 66 баллов. А теперь объявлю топ-5 вне зависимости от возраста и, конечно же, объявлю победителя данного конкурса. Итак, 5-е место Романчика Елизавета 93 балла. 4-е место Выкова Амир 107 баллов. 3-е место Гусейнова Хава 108 баллов. 2-е место Бага Видар 110 баллов. И победители данного конкурса Кучная Виктория 140 баллов. С чем я ее поздравляю. И если кто знает ее Инстаграм, напишите мне, чтобы я смог связаться с ней и перевести ей ее деньги. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.